Россия всегда была неотъемлемой частью Европы. В условиях отсутствия в Российской Федерации свободы слова, фактического запрета на оппозиционную деятельность и инакомыслие, нам, демократическим силам, крайне важно опираться в Европарламенте на людей, которые понимают, как далеки интересы авторитарного режима Кремля от реальных нужд и стремлений граждан. Друзья России — это не те, кто клянутся в вечной дружбе и закрывает глаза на попрание прав и свобод в обмен на нефть и газ. Друзья России — это люди, которые не боятся поднимать свой голос против беззакония и возвращения КГБ в жизнь российского общества. Кристина Ойланд знает Россию. Кристина не только говорит с нами на одном языке, но и мысли наши настроены на одну волну. Поэтому я призываю вас поддержать на выборах в Европарламент Кристину Ойланд, эстонского либерала, друга России. Права человека для нее не пустой звук. Она готова, не жалея сил, сражаться с произволом и несправедливостью. Она неоднократно доказала это делом.